Внимание! Переезд! Во вторник прошел совместный рейд госавтоинспекции и сотрудников РЖД. На перекрестке улиц Фрунзе и Люлина около ЖД путей специалисты проводили профилактические беседы с водителями. Руководство РЖД обеспокоено, значит, увеличением дорожно-транспортных происшествий на переездах. Руководством РЖД объявлен месячник. Привлечение внимания к соблюдению правил дорожного движения при проездах через переезды. Одно из последних происшествий произошло 6 октября под Владимиром. Тогда на путях заглох пассажирский автобус, и его протаранил поезд. Погибли люди. В Ивановской области ДТП были только в прошлом году. На станциях Кинешма и Горкино. В 2017-м все спокойно, но это вовсе не повод расслабляться. Наоборот, стоит как можно чаще напоминать водителям о правилах. Вот мы вам напоминаем о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения во избежание неприятностей. Вот, вручаем вам памятный сувенир, ручечку и вот данный аншлаг. Спасибо. Будьте внимательны на дороге. Сотрудники госавтоинспекции рассказывают, нарушение правил ПДД на переезде происходит довольно часто. Как правило, ивановские водители все время спешат, а потому пытаются проскочить переезд до прибытия поезда, чтобы не терять ни минуты. Прямо на наших глазах водитель такси пересек ЖД-переезд, проигнорировав как звуковое оповещение, так и сигнал светофора. Свою вину мужчина отрицает, говорит, что светофор загорелся уже после того, как автомобиль оказался на переезде. Видеозапись нашей камеры водителя не убедила, поэтому сотрудники РЖД решили взять записи со своих камер, расположенных у переезда. По их словам, там запечатлена каждая секунда движения автомобиля. Самое часто распространяемое у нас нарушение – это проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора, либо дежурного, обгон ближе, чем 100 метров перед железнодорожным переездом, либо выезд на переезд при закрывающемся шлагбауме. Данное правонарушение влечет за собой штраф 1000 рублей, либо лишение права управления от 3 до 6 месяцев. Повторное нарушение этих правил ведет к лишению прав сроком на 1 год. А чтобы водители всегда помнили об осторожности, совместные рейды продолжат проводить раз в месяц. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.